3 июля в России отмечают День ГИБДД. В этом году у ведомства юбилей – 85 лет со дня основания. В честь торжественного события в павильоне «Гараж СССР» ретро-мототехника открылась выставка «Всегда на посту». В экспозицию вошла атрибутика, связанная со структурой ГИБДД в разные годы работы ведомства. И мы составили выставку из фондов Ленинского мемориала, в которой представлены абсолютно разные предметы, связанные с ГИБДД. Экскурсовод познакомил посетителей с историей ГИБДД, рассказал о форме сотрудников дорожно-патрульной службы, в частности, о так называемом шлеме Моргуновки. Данный шлем – это шлем сотрудника госавтоинспекции, именно мотоциклетного батальона, потому что, когда человек ездит на мотоцикле, вопрос безопасности – это носить шлем. В том числе это касалось как гражданского населения, так и сотрудников ГАИ. Один из экспонатов выставки – мотоцикл «Урал М-62». Он считается самым милицейским среди Уралов. Первую и вторую половину 60-х годов сотрудники ГАИ использовали именно такие мотоциклы. Почему именно «Урал»? Именно мотоцикл на тот момент времени он был самый мощный и самый быстрый. Он мог догнать любого правонарушителя. И не случайно даже в советской кинематографии, в советских фильмах того времени как раз вся советская милиция ездит именно на таких мотоциклах. Посетители экспозиции высоко оценили представленные на ней экспонаты. Мне все понравилось. Здесь оригинальные модели представлены. Очень интересно было слушать, как представляют. И да, я, конечно же, рекомендую всем здесь побывать. Выставка «Всегда на посту» находится по адресу город Ульяновск, улица Ленина, дом 70, и продлится до сентября включительно. От имени нашей редакции мы поздравляем руководство и всех сотрудников ГИБДД с праздником, с юбилеем. Желаем благополучия, успехов и процветания. Валентина Никонова, Юрий Ломатов, Ол Правда ТВ.